Здравствуйте все! В этом видео я хочу показать, как связываются вместе эти два квадратных мотива. Соединяются они при вывязывании последнего ряда вот этих точках. Вот у нас готовый наш мотив. Вот мотив, который в работе. Мы довязали две стороны. Вывязали половину угла. Теперь мы берем наш готовый мотив, поворачиваем наизнанку и прикладываем друг к другу изнанка к изнанке. Соединительным столбиком присоединяемся к готовому мотиву. Провязываем 4 воздушные петли. Столбик без накида в вершину лепестка угла. Две воздушные петли. Столбик без накида в арку из 5 воздушных петель на готовом мотиве. 2 воздушные петли. Столбик без накида в арку из 3 воздушных петель на нашем рабочем мотиве. Три воздушных петли, соединительный столбик в первый столбик веера предыдущего ряда, 3 воздушных петли, соединительный столбик, пропустив одну петлю, 1 воздушная петля. Соединительный столбик в среднюю арку из 3 воздушных петель готового мотива. 1 воздушная петля. 1 петлю пропускаем. Соединительный столбик в следующую петлю нашего рабочего мотива. 3 воздушных петли. Соединительный столбик через 1 петлю на рабочем мотиве. 3 воздушных петли. Столбик без накида в арку из 3 воздушных петель рабочего мотива. 2 воздушные петли. Столбик без накида в арку из 5 воздушных петель готового мотива. 2 воздушные петли, столбик без накида в вершинку лепестка угла, 4 воздушные петли, 3 столбика с 2 накидами с 1 вершиной между лепестками угла, 1. 2, 3, 4 петли провязали вместе. И соединительным столбиком привязываемся к вершине угла готового мотива. Вот что у нас получилось. И довязываем сторону.
4 воздушные петли, столбик без накида, вершину лепестка угла, 5 воздушных петель, столбик без накида в арку из 3 воздушных петель, 3 воздушные петли, соединительный столбик в первый столбик веера, 3 воздушные петли, 1 петлю пропускаем в следующую, соединительный столбик, 3 воздушные петли, 1 пропустили в соединительный столбик, в следующую, 3 воздушные петли, 1 пропустили в соединительный столбик, в следующую, 3 воздушные петли и соединительный столбик, столбик с одним накидом предыдущего ряда. Вот что у нас получилось. Спасибо за просмотр. Мотивируйте меня на следующее видео своими лайками. Подписывайтесь на канал. До скорой встречи. Будем творить вместе!